23 февраля, в День защитника Отечества, мы чествуем каждого, кому довелось с оружием в руках присягать на верность отчизне и защищать ее рубежи. Испокон веков мужчина символизирует собой силу и бесстрашие, надежную опору Родины, своей семьи и близких, с готовностью помогать тем, кто попал в беду. Наш следующий сюжет о настоящем мужчине и настоящем поступке. Житель Краскина, военнослужащий Тимофей Шуршаков, спас 4 человек из горящего дома. Благодаря бдительности и героизму из пожара были спасены 2 женщины и 2 маленьких детей. Клубы дыма и крики о помощи. Женщина с ребенком, заблокированные дымовой завесой, стоят на балконе 5-го этажа. Такую картину увидел Тимофей Шуршаков, когда подъехал к 5-этажке. Происшествие случилось 8 февраля в одном из многоквартирных домов поселка Краскина. В квартире на 4-м этаже произошло возгорание. Дома в этот момент никого не было. Соседи с верхних этажей не сразу поняли, что произошло. У меня играл ребенок, я занималась своими делами. Ребенок подошел, сказал: «Мама, пахнет горелым». Мы как бы начали смотреть, где что происходит, из плинтусов пошел дым. Пока люди искали причину появления дыма в своей квартире, огонь все сильнее полыхал этажом ниже. Спустя считанные минуты едкие клубы заполнили весь подъезд, тем самым отрезав путь к спасению. И вот сын соседей снизу, у кого это произошло, пытался также тоже нас вывести отсюда. Местные жители, буквально 10 минут, даже меньше, приехали пожарные. Здесь уже тоже они поняли, что выводить здесь нас не смогут. Я так понимаю, вызвали нашего спасителя Тимофея. Тимофею Шуршакову о происшествии сообщила сестра, которая живет в соседнем доме. Молодой человек, не раздумывая, бросился на помощь, сев за руль своей автовышки. Пожарная машина вот тут стояла, я подъехал отсюда, в заезд, заехали, задним ходом встали, развернулись и люлькой до 5-го этажа достали, снял людей. Дым все сильнее проникал в квартиру. Дышать было уже сложно. Пробраться к выходу невозможно. Оставался единственный выход на улицу через балкон. Именно оттуда Тимофей Шуршаков эвакуировал маму с сыном. Приехала люлька, и меня посадили в люльку и спустили. С первого спустили ребенка, он успокоил ребенка, чтобы он не переживал, потому что ребенок так чуть-чуть стресс получил. Он сказал: сейчас я поднимусь за вами, не переживайте. Хотелось бы побольше таких людей, потому что у нас обошлось все вот так. Горели не мы, только пострадали это из-за дыма. Но бывают такие ситуации, когда пожар именно в квартире, и таких, наверное, людей хотелось бы побольше. Потому что благодаря им, наверное, остаемся живыми мы, остаются живыми дети. Благодаря Тимофею остались живы и мама с сыном из соседней квартиры. Они также не успели выйти на улицу через подъезд. Была очень сильно задымлена квартира. У ребенка был нос аж черный, хотя мы дышали, как положено, через мокрое полотенце. Но это не помогало. Дым прям просто валил с квартиры. Мы паниковали. Ребенок тоже боится высоты. Это надо было спуститься, через веревки пролазить. Он прям помог. Все сделал очень четко, аккуратно. Кошку помог даже спустить. Я очень благодарна. Чисто мужской поступок. Совместными усилиями пожарных, местных жителей и Тимофея Шуршакова удалось потушить возгорание и спасти людей от отравления угарным газом. Сейчас участники происшествия говорят о нем спокойно, ведь никто не пострадал. Удалось спасти даже кошку. Да, он помог, кошку взять. Прям вообще молодец. Люди не перестают благодарить земляка за его героический поступок. Тимофей Шуршаков – коренной житель Краскина. Здесь его дом и семья. Они с женой воспитывают 2 ребятишек. О происшествии он говорит очень скромно и немногословно. Не было никаких сомнений. Каждый на моем месте, если у кого-то есть какая-то возможность, он, не задумываясь, пойдет помогать людям, я думаю, так. Поэтому не было никаких сомнений. Есть возможность помочь, мы помогаем друг другу. У нас на генетическом уровне как-то заложено. Жизнь в очередной раз доказывает, что рядом с нами живут настоящие надежные защитники. Сейчас готовятся документы на награждение Тимофея Шуршакова за смелость, решительность и мужество при спасении людей на пожаре. Виктория Беляева, Олег Кудинов, Новости Славянки.